Что ж, нарушаем. Простите. Ну, смотрите-ка, что вы, на красный свет проехали, через две сплошные, без стрелочки повернули. Я виноват, простите меня, я очень тороплюсь. Значит так, лейтенант Петров, правила, они для всех правила. Я сегодня очень тороплюсь, я играю в спектакль в МХАТе. Вот МХАТ, видите, вот. Мы стоим. Вот, да. Я очень тороплюсь. Отпустите меня, пожалуйста. Вы хотите, я вам сделаю два билета в МХАТ? Лейтенант? Петров, я помню. А, значит, однофамильцы. Это хорошо. Три билета в Большой. Я актер МХАТ, я в МХАТ сделаю билет на любой спектакль. Я очень тороплюсь, отпустите меня. Простите, я виноват. Лейтенант... Петров, я помню. Я тоже помню, спасибо. Три билета в Большой. Я актер МХАТа, а не Большого театра. Ну, если хотите, в МХАТ сделаю билет. Я понимаю, что вы любите большое искусство, это очень хорошо. Но в МХАТ я вам сделаю билет, пожалуйста, или в свой театр... На любой спектакль в МХАТ сделают билет вам. Это же нелогично. И очень даже логично. Три билета большой.